Всем привет, с вами главный редактор Технокогти Константин Иванов. И один, по крайней мере, читатель меня спрашивал, а где же корпус V71? Ну, я ему хочу сказать, вот он, на технокухне с технокотом. Да. Котяра всегда появляется в момент съемки. Также там, так, вот, насчет корпуса, что интересно. Интересно, что вот он большой. Наверное, снимать мы будем все-таки не с Ариной, но снимать мы будем с Машей. Нет, не с Машей, с Дашей, вот. С Дарьей, с прекрасной новой ведущей. И у меня только один к вам вопрос. Вы хотите, чтобы мы сняли сразу сходу обзор, то есть без подготовки, без ничего, без сценария, сразу сходу, либо все-таки подготовились, сделали сценарий, все изучили, может даже где-то собрали. Ну, в общем, пишите в комментариях, как бы, то есть придет Даша, распакует и сразу обзор сделает, либо котяра его сделает. Либо мы подготовимся и уже будет маленько все по-другому, но будет зато больше полезной информации. Вот. Ну, либо спонтанность, либо больше проработанности. Также у нас Клеопатра сегодня пришла. Это электронная книжка. Такая очень интересная, да, котяра? Вот так она выдвигается. Смотрите. Уже есть в интернете, на YouTube обзор, которому 18 часов. То есть вот эта книжка должна была прийти не сегодня в понедельник, а в пятницу. Но курьер сказал, я, ну, что-то мне лень таскаться к тебе. Я такой, ну ладно, в понедельник. Ну вот, ну я опоздал. Так-то мы в пятницу, если мы в субботу снимали, уже мы могли бы обогнать. Мы могли бы стать первыми. Ну, посмотрим. Если честно, я рад, что я снимаю это видео сейчас, потому что в обзоре эта книга стоит 9000, и в обзоре придется ее хвалить, нахваливать, какая она хорошая. Но если вот мое честное мнение, да, то что есть 6 дюймов книги за 6000, и то вы их считаете дороговатыми, даже с подсветкой. Вот это 9000, 6,8 дюйма. Я считаю, это неудачная цена. Это была бы книга очень великая, если бы там MP3 поддержку сделали, но ее не сделали, ребята. А так бы, конечно, была бы классная книга. Ну, вот она, ну она 7000 стоит, но никак не 9. Вот этого я вам в обзоре не скажу. Потому что мы зависимы, вот в этом плане мы зависимы. Все-таки нам нужны средства, нам, а мы хотим как-то жить, выживать, мы благодарны, что в летнее затишье хоть что-то нам помогают. Вот. Также у нас вот эта посылка шла месяц, это второй Реобас классной компании Лептрон. И он такой только один в мире, что 60 ватт на канал. Это надо не вентилятором, у которых 0,3 ватта, а это надо либо, когда 10 вентиляторов на одну ветку, либо мощная помпа. Есть помпа по 30 ватт, чтобы проблем не было, короче, ее запитать. Также у нас IP-камера, которая нахрен никому не нужна, и ни вам, и ни мне. И даже тем, кто ее послал, просто они меня спросили, ну, Константин, слать камеру? Я такой, ну, лето, зачище. Говорю, ну да, шлите хрен с вами. Так, мы отсняли обзор с НАСом. Скоро будет НАС на 4 диска. Вот. Вы можете помочь проекту тем, что будете покупать у нас вещи, в частности, вот этот нас стоит в Никсмаркете 18 тысяч, я продам его с гарантией, но подешевле значительно, так что пишите. И вы еще спрашиваете, сколько мы денег собрали на тестовый стенд, это порядка 16 100 рублей. И нам нужно 50 тысяч. Концепция не срабатывает, никто
Все ленятся, ребята, вот вы зря ленитесь. Вот это, вот эти все вещи, это, конечно, очень хорошо, это прикольно, прикольный обзор. Но этого вообще недостаточно. Это не то, что мы хотим видеть. Ну, корпуса, да? Котяра. Котяра уже распаковывал раньше Дарьи. Вот. Понимаете, нам нужно не то, чтобы процессоры там рассматривать, видеокарты и системная плата, это тоже классно, но нам же, ребят, даже не это надо. Нам, ребята, нужно знать, вот новый компьютер, что брать там, 4440 или 4690K или 4790K, вот эту разницу уловить, где она пригодится, в каких играх, в каких моментах. Вот стоит ли, если уж покупаешь там R9-290, стоит ли вкладываться в мощный процессор за 13 тысяч, или будет достаточно за 60 тысяч купить процессор? И мы денег пока не собираем, но я обращаюсь к вам, ребята. Ну, посмотрели, перечислили, 27 рублей всего. Это не мне надо, это вам надо. Я с этих обзоров больших денег не получу. Это нужно вам, чтобы... То есть мы и так нормально живем, мы продаем вот эту книгу, продадим. Вот она 9, мы ее за 7-то продадим, уж точно. Мы-то нормально живем, а я хочу, чтобы вы получали именно ту информацию, которую вы хотите. И 27 рублей, это даже если у вас нету там Сбербанка, там аккаунта, Сбербанк онлайн. Если у вас даже нету WebMoney, Kiwi даже нет, ничего нет, ну заведите. А если даже не хотите, вам можно в Евросеть в любую зайти, там отправить мне на Яндекс.Деньги. Кстати, кто-то прислал мне Яндекс.Деньги 450 рублей с кодом. Скажите код-то. Вот. И даже если у вас просто, вы живете в деревне, у вас почта, ну давайте я вам скажу свои данные, вы отправите мне. Ну, ребята, 2000 человек по 27 рублей, 54 тысячи. Давайте все-таки напрягемся, все-таки я хочу, чтобы эти вещи потом мне продавать, системную плату, процессор, видеокарту, это очень пригодится в нам в сравнении с новыми GeForce'ами, которые в сентябре, вероятно, выйдут, ребят, и в противном случае придется, знаете, как делать? Вот у меня 16 тысяч ваших есть, 16-150, я, значит, покупаю процессор, покупаю системную плату, делаю там обзор, продаю, ну, короче, придется продавать, потом добираю, ну, короче, это все не то, но хоть что-то уже, конечно, будет. Уже спасибо тем, кто слал, вы просто молодцы, вы просто гении. Ну, ладно, на этом всем пока, всем счастливо. Ребят, давайте все-таки сделаем технокухню мощной компанией, просто которая тестирует с разными ведущими, тестирует не 4 обзора в неделю, а больше, много съемочных площадок и так далее, и так далее. Ладно, всем спасибо, всем пока, всех люблю.